Напал из-за расставания. В Одессе уроженец Южной Азии ранил ножом свою бывшую сожительницу и ее знакомого. 33-летний мужчина подождал, пока девушка выйдет с работы, а потом начал требовать возобновить отношения. Девушка ему отказала, и он начал ее толкать. За пострадавшую заступился ее коллега, но в результате оба были ранены ножом. Их сразу же госпитализировали с порезами на шее, руках и груди. А вот правонарушитель скрылся с места события. Разыскать его полиция смогла только спустя несколько дней. Півранку повідомили про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України та на час досудового розслідування помістили його до слідчого ізолятора.